фондовая биржа Таиланда запускает краудфандинговую площадку, чтобы местные блокчейн-стартапы имели доступ к финансированию. Платформа использует блокчейн для P2P-трейдинга. Таким образом, фирмы смогут привлекать инвестиционный капитал, в частности, от институционных игроков и венчурных фондов. Проект готовился в течение года, поскольку власти Таиланда законодательно обложили криптовалютные операции двумя видами налогов, утвердив документ в Министерстве финансов в апреле 2018 года. Новый закон предусматривает все возможные риски криптовалютного рынка. На новосозданную платформу уже вышли 8 компаний, и еще 50 заявили о выходе в ближайшее время.